Башкирские танковые батальоны имени Сергея Зорина и зенитно-артиллерийскую батарею имени Шарифа Сулейманова проводили на боевое слаживание. Торжественная церемония отправки бойцов состоялась на территории военно-патриотического парка «Патриот». Новые подразделения войдут в состав башкирского мотострелкового полка, который начали формировать в регионе. Перед военнослужащими выступил Ради Хабиров. Глава республики пообещал позаботиться о бойцах из Башкортостана, которые выполняют свой долг перед Родиной. Ваше решение очень непростое. Я вижу ваших родственников, родных, близких. И, конечно, их благодарю за то, что они поддержали вас в этом решении. Решение, которое нам очень нужно. И нужно нашей стране. Ваша жизнь, ваше здоровье сегодня для нашей республики – это самое главное, что есть. И поэтому всей республикой мы будем создавать условия для достойного выполнения вами боевых задач и сбережения ваших жизней. Правительственная делегация также осмотрела парк «Патриот» и провела совещание по его дальнейшему развитию. На территории завершили строительство двух модульных корпусов для проживания школьников вместимостью до 100 человек. Их откроют 31 мая. Для учащихся разработали программу летнего отдыха и тематических мероприятий, которые включают и прохождение гонки героев. Продолжается строительство столовой. Она спроектирована с возможностью переоборудования под лекционный зал и будет вмещать до 500 человек. Со временем в парке появится физкультурно-оздоровительный комплекс, полоса препятствий для сдачи норм ГТО. Также подготовили предложение по строительству стрелковых тиров и стрельбищ.